13 апреля большая сцена Дворца культуры превратилась в царство моды, в котором главными действующими лицами стали талантливые девчонки и мальчишки из Латвии и Литвы. На протяжении всего дня танцоры, модели и дизайнеры состязались за право стать обладателями гран-при международного детско-юношеского фестиваля «Мозаика моды и таланты», бессменным организатором которого является общество «Варавиксне Центрс». Основная цель, ну, во-первых, это, конечно же, благотворительная цель, да, потому что конкурс интегративный. В конкурсе участвуют и девочки с особыми потребностями наряду с обычными девушками, и участвуют они наравне. Никогда, глядя на прекрасных принцесс, выходящих в тех или иных нарядах, нельзя сказать, что у девочки какие-то проблемы со здоровьем. Вторая цель – это, конечно же, популяризация такого достаточно редкого вида творчества, как искусство театра моды детского. Детство, оно прекрасно само по себе, ну и, конечно же, детство в такой комбинации, детство, мода, красота – это получается праздник. И я рада, что этот праздник стал традиционным в нашем городе. Я рада, что наш город поддерживает этот праздник. Из года в год фестиваль расширяет свои границы. Так, в этом году в программе приняли участие 15 творческих коллективов и 26 конкурсантов, которые выступали индивидуально. Так что жюри было крайне сложно определить лучших из лучших. Представленные модные коллекции пре-де-порте, авангардного классического вечернего костюма поражали своей красотой и необычностью. Как и в прошлом, так и в этом году гран-при уехал в Литву. Его обладателями стал коллектив «Инфинити». Их бумажно-ажурная коллекция оказалась вне конкуренции. В качестве еще одного приза победители получили приглашение на финал 7-го международного телевизионного фестиваля «Аэростарт», который пройдет этой осенью в Анталии. Помимо гран-при были присуждены и титулы в самых разных номинациях. Поэтому в этот вечер практически каждый примерил на себя корону принцессы и принца. Несомненно, будущее фестиваля видится ярким и красочным. Мы стараемся. Если стараешься, если это нравится организаторам, если это нравится людям, если это нравится участникам, то вот такая совокупность, такой букет просто обречен на успех.